Так. Так как вы прошли активацию в системе Turbo Rost, ваш наставник уже начал регистрировать людей в вашу структуру. Это и есть ваша первая ветка. Зайдите в свой личный кабинет, вкладка «Моя структура», выберите расширенный поиск, выберите фильтр «Вся структура» и примените фильтр. И вы уже увидите всех тех, кого зарегистрировал ваш наставник. А вот вторую ветку выстроите вместе со своими лидерами. Первого новичка вы будете регистрировать под себя. В своем личном кабинете выберите вкладку «Регистрация» и увидите вот такое окошко. В первой графе «Номер наставника» указан ваш регистрационный номер. Когда вам нужно будет провести регистрацию под кого-то другого, здесь вы указываете номер консультанта того человека, под кого вам нужно оформить новичка. Дальше вы указываете фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона в международном формате. Это значит, что сначала выбираете страну, а дальше вписываете номер телефона без учета восьмерки. Указывайте email. Если это дисконтник или консультант, у которого нет email, тогда проводим регистрацию без него. Вписываем город или другой населенный пункт, где проживает наш новичок. В графе «Улица» укажите ссылку на страницу вашего новичка. Эта ссылка поможет вам в дальнейшей работе. В графе «Дом» указывайте номер варианта, по которому регистрируете новичка. 1. Дисконтный покупатель. 2. Консультант. 3. Менеджер. Кодовым словом является имя вашего новичка. Сохраните регистрацию и запишите все нужные данные. Мы даем каждому новому менеджеру, который хочет войти в систему Turbo Rost, 72 часа на активацию. Если ваш новичок дисконтный покупатель или консультант, следующего новичка вы также регистрируете под себя. Если же ваш новичок первый хочет пройти систему Turbo Rost, но еще не прошло 72 часа и он не успел еще оформить заказ, вторую регистрацию проводим под себя. Если ваш новичок уже оформил и оплатил заказ, следующую регистрацию вы проводите уже под него. Как будет выглядеть ваша структура? Вы зарегистрировались в проект Faberlic Online. Первый ваш новичок оформил и оплатил заказ. Пока он оформлял и оплачивал заказ, у вас появилась еще одна регистрация, которую вы провели к себе в первую линию, потому что заказ вашего первого новичка еще не был оплачен. Третьей вашей регистрацией был дисконтный покупатель. Всех дисконтных покупателей и консультантов вы регистрируете под последнего активированного в ветке, то есть последнего, кто оформил заказ в вашей веточке. Следующая регистрация опять по системе Turbo Rost, который оформил и оплатил заказ. Потому следующего консультанта мы оформляем уже под него. Еще один лидер и также пошел под нашего второго лидера. Опять регистрируем под него, но новичок не успел оформить заказ. Значит, следующего оформляем опять же под предыдущего. Но пока последний оформлял заказ, еще не прошло 72 часа, а у вас уже есть регистрация, и вам нужно ее зарегистрировать. Тогда вы регистрируете ее снова в первую линию, и у вас открывается еще одна ветка. И система та же самая. Дисконтные покупатели и консультантов вы регистрируете под последнего активированного. А всех тех, кто идет по системе Turbo Rost, вы регистрируете друг под дружку. И у вас вот выйдет вот такого вида ветка. Как просмотреть оплаты заказа ваших новичков? Во-первых, при оформлении регистрации, когда вы вводите номер наставника, вы сразу увидите, можно ли регистрировать
под этого человека или еще нет. Также вам помогут два отчета. В своем личном кабинете вы выберете вкладку «Отчеты», выберете отчет «Текущие показатели». Вы увидите всех тех, кто оформил и оплатил заказ. В отчете по неоплаченным заказам личной группы вы можете видеть всех тех, кто уже оформил заказ и как раз их сейчас должен уже оплачивать. Потому этим людям вы можете напомнить, что у вас еще остался неоплаченный заказ, вам нужно зайти в личный кабинет и нажать клавишу оплаты. Все свои регистрации записывайте, потому что их будет очень много, а каждого вашего новичка вам нужно обучить, вам нужно понимать, куда регистрировать следующего и что, как выглядит ваша структура. Заведите себе Google таблицу на Google диске, или пусть это будет Excel таблица на вашем компьютере, или просто записывайте в тетрадь. Главное, чтобы вам было понятно, под кого вы регистрируете новичков. Кто делал заказ, а кто еще нет. Кто включился в систему Турборост. Внимание! Не ведите сразу много веток. Ваши лидеры должны получать максимальную поддержку от вас. Ведите от 1 до 3 веток одновременно. А когда одна из ваших веток сделает оборот в 600 баллов, и вы увидите, что в ветке большое количество лидеров, которые обеспечат рост ветки без вашего участия, только тогда эту ветку вы передаете своему первому лидеру с данной ветки. Я вам желаю активного роста вместе с проектом Faberlic Online. Увидимся в следующих видео.